Кто такой слесарь аварийно-восстановительных работ? Слесарь АВР работает в составе бригады, которая выезжает на устранение аварий на водопроводно-канализационных сетях в Санкт-Петербурге. Это разъездная и круглосуточная работа в зависимости от актуального графика. Слесарь АВР ремонтирует сети водоотведения, заменяет дефектные участки канализационных сетей, прочищает канализационные сети и устраняет засоры, производит земляные работы и строительство водопроводных и канализационных сетей. Работа слесарем АВР в водоканале Санкт-Петербурга – это стабильная индексируемая заработная плата и ДМС после первого года работы на предприятии. Работники имеют возможности обучаться за счет средств предприятия вплоть до получения профильного высшего образования. Слесари АВР ежегодно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Лучшие работники получают ежемесячные доплаты. Мы ищем внимательных, ответственных, стрессоустойчивых, коммуникабельных и активных людей, которые готовы помогать любимому городу и его горожанам.